Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алена Невмержицкая. Сегодня хочу вам рассказать про свои пустые баночки. Поэтому, если вам интересно это видео, оставайтесь со мной. Первое, с чего я начну, это новинка 13-го каталога. У меня уже она почти использована. Это гель для душа витаминный манго и папайя. Очень классно пахнет, хорошо пенится. Такой вот он, видите, оранжевый, такой вот прям персиковый оттенок. Поэтому я его уже почти использовала. Почему он у меня уже почти использован? Потому что я VIP-консультант, а VIP-консультанты через определенное количество времени могут брать новинки следующего каталога заранее. В том числе, кстати, и одежду. Поэтому VIP-консультантам быть выгодно. Кстати, из этой же серии взяла мыло, но еще пока оно у меня не так сильно закончилось, как гель для душа. Следующее, постоянно об этом рассказываю, еще раз хочу рассказать, 0,2-25, полностью пустой, как вы видите. Это средство для снятия макияжа, мягкое очищение для всех типов кожи. Я использую его как для снятия макияжа, так и просто в качестве тонизирования кожи. Очень приятный, кстати, он такой голубой оттенок, легкий аромат у него, 150 миллилитров, артикул 0,2-25, поэтому люблю его. Следующее, это филлер для губ, 10,97, сейчас не буду на нем сильно зацикливать, сильно останавливаться, потому что в предыдущем видео про декоративную косметику уже сказала. Вот, очень мне нравится, эффект влажных губ, разглаживает морщинки на губах. И также дает объем губам. Следующее, что мне понравилось, крышку уже не могу, не знаю где. Это 8850, жидкие кристаллы для волос. Классно вообще так пахнет. Нужно, знаете, прям нанести несколько капелек на свои ладони. Кстати, в нем 30 мл. Нанести несколько капелек на ладони, растереть хорошо, то есть нагреть. И на волосы нанести. Только ни в коем случае не на корни, а именно на длину волос. То есть придает блеск вашим волосам. И если у вас, допустим, более так, такие сухие волосы, то ухаживает, питает их, насыщает маслами, и при этом, если есть у вас сечённые волосы, то гораздо лучше будет выглядеть волос. Так, следующее, это тоже тема волос, 89,67, бальзам флюид. Вы знаете, рекомендую его использовать после того, как сразу подстригли волосы, кончики, да, чтобы, ну, избежать вот именно появления секущих концов. Тут компания Faberlic нам обещает запаивание секущих кончиков волос. Несколько капель флюида нанесите на кончики. Ну, то есть также берете, капаете на ладошку, размазывать и непосредственно только на кончики. Хочу сказать, что нужно очень мало наносить, потому что если переусердствуете, то будут смотреться как сосульки. Поэтому это вот такой вот важный момент. Из серии Эксперт с маслом амлы. Так, следующее. Его сейчас уже нету в каталоге, но тем не менее, сейчас с новой серии Делайн. Тут же есть альтернатива этому, все равно хочу вам рассказать. Был у него артикул 16.02, 75 мл, гель после депиляции с блокатором роста волос. Ну, насчет у меня, я не скажу, что прям... Ну, кстати, вот ноги я брею через день, может быть, благодаря, кстати, ему. Потому что раньше я брила каждый день ноги. А у многих консультанток, кто брал вот этот крем... Они, кстати, вообще говорят, почти, ну, очень редко волосы стали расти у них. Ну, гораздо медленнее, вот так вот я вам скажу. Без этого крема не могу вообще обходиться.
как только при ноги там или подмышки мне нужно обязательно намазать, потому что у меня в этом плане чувствительна кожа, и поэтому я всегда наношу вот этот крем. Если вдруг есть какое-то раздражение, сразу же успокаивает кожу. И хотя бы, знаете, можно выйти на улицу. Потому что если я не нанесу этот крем, то у меня начинаются такие вот, ну, раздражения прямо на ногах. Поэтому вид, знаете, не очень, особенно летом. Так вот, про него я вам сказала. Следующая — это тема кожи. Активный крем, гель антиакне. Видите, он выдавлен полностью у меня. Артикул 1674, это новинка 11-го каталога. Вот, если у кого-то, у ваших знакомых есть проблема с лицом, да, прыщики, пусть они возьмут этот крем вместе вот с этим замечательным 1672, точный аппликатор. Это просто кладезь для тех, у кого есть проблемы с лицом, потому что многие вот привыкли, да, замазывать прыщики. На самом деле нужно не только замазывать, но еще и ухаживать за своим лицом, потому что проблема от этого не уйдет. Поэтому должен быть полностью комплексный уход. Я всегда об этом говорю и сейчас хочу тоже рассказать. Всегда должна быть пенка или гель для умывания, или молочко, чем вы привыкли. Потом обязательно тоник для того, чтобы смыть все остатки макияжа, может быть, да. И следующая стадия — это крем. Крем, вот этот активный крем 1674 и точный аппликатор. Активный крем, тут сказано, что нужно наносить ночью, ну, в вечернее время. Я же наношу и днем, и вечером. И хочу сказать, что кожа действительно реально приобрела здоровый вид. Прыщей почти не осталось. Что касается вот этого точного аппликатора, если вот вижу, что вечером начинает вскакивать прыщик, начинаю мазать с вечера. И днем его можно носить прям несколько раз в день. И вы знаете, на следующий день, вот через день, вот если только начинаете, когда вот только начинается прыщик появляться, через день вообще полностью исчезает. Но это у меня так, по крайней мере, я с вами делюсь своим опытом. Просто есть те люди, у которых есть реальные проблемы с лицом, поэтому вот их решение. Обязательно рекомендуйте им и напишите вы в комментариях, пробовали ли вы крем и помог ли он вам. Следующий — это CC крем. Видео про декоративную косметику я рассказывала, и сейчас хочу также рассказать вам. 6277 для того, чтобы использовать под глазами. Кнопочка такая здесь есть, и кисточкой можно все размазать. Вот, замечательная вещь. Уже закончился у меня. Так, ну, вроде бы про все свои пустые баночки я вам рассказала. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях от того, брали ли вы те или иные продукты или нет. И если вы хотите также стать консультантом компании Faberlic, получать скидку на все от 20%, ссылка будет внизу под видео. Спасибо, что вы со мной. Пока-пока.